До старта чемпионата мира по футболу остается 42 дня. Воспитанники Чувашской школы футбола хоть и не вошли в состав сборной России, тем не менее мастера кожаного мяча республики не остались в стороне от предстоящего мирового форума. Старт 75-му сезону дал официальный мяч предстоящего Кубка мира «Телстар-18». В игру его вели президент Республиканской федерации футбола Михаил Богоратов и спортивный корреспондент нашей телерадиокомпании Вячеслав Ильин. Борьбу в матче за суперкубок Чуваши вели обладатель Кубка Республики 2017 года, дружина столичной спортшколы и чемпион прошлого года Вурнарский «Химик» Август. Порядковый номер розыгрыша Кубка открытия сезона оказался счастливым для вурнарцев. Поселковая дружина победила со счетом 4-0 и спустя 11 лет вернула в свой актив почетный трофей. Выиграть каждый матч, любой турнир, чемпионат республики, кубок, суперкубок, МФС Приволжье, выиграть все. На каждый матч у нас один настрой – победа.